Всем привет! Наверное, каждый наслышан о такой игре, как Among Us. Вот и мы не остались равнодушными и, собрав всю свою дедукцию в кучу, решили попробовать с друзьями поиграть в нее. Получилось, на мой взгляд, достаточно весело, поэтому я желаю вам приятного просмотра и оставляю наедине вас и Among Us. Тогда он еще не знает, чего. Здорово, Сань! Don't touch me or my son ever again, окей? Сегодня... Это типа ГЖ не могу? А, дома... Энджин Д сегодня? Это нормально вообще. Почему мне бот сказал Энджин Д сегодня? Ну вот. Энджин Д комбат сказал... Как создать маленького? Нет, этим ты занимаешься. Я хуй знает в руководстве. Тебе должны были это родители как бы рассказать. Когда тебе исполнилось 16. О, Олег, здорово. Левый Ник. Олег, штаны надень, письку видно. Молодой человек. Человек, наденьте штаны, у вас письку видно, вы в курсе? Не надену. Так. Нам надо в медпункте выполнить задание. За мной побежал почему-то в плеер. Он от меня хочет, ничего не хочет. Минус. Опять. Так, я понял. Я тебя за фигу ни разу не видел. Я письку один раз увидел. Я письку видел около этой. Больше ты письку свою не видел, окей. Я предлагаю не игроки к насчету. Это самое плохое. Ну, тут все понятно, это Дима. Так как. Мы с Антоном видели письку, а Дима не видел письку. Блять, это серьезный аргумент, я считаю. Как против кого? Кто тот такой? Против плеера, плеера. Красный. Блин. Ну вот, конец. Так, ну что ж. Наша задача починить. Что в электричестве и что-то сделать на нижнем двигателе. Пойдем на нижний двигатель. Я хочу всем передать привет. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете в этот день. Кикаем красного. Ты что красного сразу? Я просто поздороваться рефил со всеми. Пожелать удачи, хорошей игры, а ты кикнуть сразу. А может, ты предатель устраняет потенциальный жертв? Давай, кикай меня, спать. Не, я буду выслеживать. Ну давайте нахуй пропустим это голосование. Осуждаю, поэтому кикаю Олега. Он написал тогда раз. Кикаю Димона, похуй. Пока, блядь. Заканчивается, он был предатель. А приколитесь, он был предателем. Ты не замучен, это кто? Интересно, это блок. Это скилла, скилла, скилла. Ау. Кто это, знаешь? Нет. Я догадываюсь. С Тимом мы правильно кикнули? Нет, это точно белый, потому что я видел. Здорово. Он ты не убил. Здорово. А ты же в курсе, то, что у большинства наушники не выключены? Ну ёбный рот. Но это не считается, челы. Я думал, наушники у всех выключены. Ну, смотрите, до начала он лично меня подставил. Я лично видел, как он захуярил человека. Бля, по порядку, пожалуйста. Это был единственный убийца, поэтому они еще не победили. Срать хочется. Блядь. Да иди посри. Дикая охота. Мне... Сева, ничего не хочешь сказать? Для начала. Я увидел труп рядом с негативом и блоком. Они стояли, короче, в одной точке и смотрели куда-то. Я такой захожу в комнату. Чё? Ладно. Не-не-не-не-не! Короче, ребят,
Не-не-не, ребят, негатив. Не-не-не-не-не-не. Дайте сказать, я нашел. Я был убийцей, меня кикнуло, блять, все. На, пиздец, такая игра хорошая была. Сука, на мне проклятие смерти. Блядь, что за херня? Я первым умираю все время. Короче, ребят, давайте я скажу, я нашел труп. Короче, мне это не негатив, это не VS-Team. Стелла выполняла какое-то задание. Какое ты задание, если Стелла выполняла? Эти проводочки соединяли. Вот, проводочек соединял, значит, это либо Валаш, либо Камхэт, все. Ну, типа, я сказал, давайте теперь... Я траву снизу выкидывал. Да-да-да, я его видел, это не... А стоит. Потом с проводками пошел... Мне кажется, может, Валаш. Кикнем Валаша тогда? Нет, давайте кикнем. А какие против него... Это, ну, подожди. потому что негатив вместе с нами бегал, VST вместе с нами бегал, Стелла выполняла проводочек, Камхэт выкидывал траву, а Валаш остается. Ну ладно. Да, A few moments later. Чё, за кого голосуем? Блин, вот, против тебя все проголосовали, Дим. А, я пока стоял, круто. Да. Прости, пожалуйста. Второй раз предала. Где там еще? А как ты так все быстро? Такое время маленькое. Это кислород. Блять, кислород не. Не, на самом деле вот эти вот, блять, это такая подсорская фигня, вот эти вот. Да ну, кислород хуйня заебал. Там реально там постоянно, блять. Тут когда коронкой болеешь, кислород хуйня, да? Так, кори. Так, в этот раз мы импост. Коричневый, не хочешь объяснить, где твоя маска? Че, ебануться? Прикольно без маски. Хуйню сразу кикать, блять. Давай я накикну без маски. Димас, кто без маски? Вот, кто без маски? Димас, говноед, но распространяет болезнь. Нахуя, блять, похуй нам. Кикаем Димаса, блять. Димас. Чего? Сори, это хуйня была, блять. Все в масках, а говноед без. Без, блядь. Не, ну коронавирус, вынужденные меры, что делать? 9, 7, 9, 9. Это негатив, блядь, я улетел прям на глазах, нет, блядь, нет. Это негатив, сука. Это не может быть негатив. Он понял, просто в наглую. Подожди, почему это негатив? Потому что, блядь, он прямо на моих глазах убил чела, мы втроем стояли в одной точке, блядь, и он ёбнул типа. Он в навигации все время стоял. Ребят, он пиздит, он, короче, походу, пока я чинил, он ёбнул чувака, который стоял рядом со мной, я даже не видел этого. Подождите. Давайте проясним так. Негатив невиновный, потому что он со мной чинил реактор. Это стопудово. В реакторе явно было. Жестко... Мне тоже кажется, это все. В данном случае я просто клянусь, что это он. Ебать, конечно. Ебать, и поклялся. Давид, блядь, ебать. Я в принципе догадался, что это он, блядь. Олег. Я такой, чё? Олег, ты призрак подальше. Мы решили попробовать другую тактику, да? Дим. Кокнуть. Мне так понравилось, когда я был в управлении с негативом, ты такой стоишь, я на тебя вот так вот. Блядь, вы пиздец, вы так ходили уёбично, блядь, просто. Вы так по-дебильному ходили, что вообще нельзя было, блядь, вас убить как-нибудь. Тогда, потому что я был уверен, но... Игорь, ты пидорас. Давайте решать. Все. Здравствуйте. Давайте думать. Честный вариант. Ну, честно, мы сейчас не решим, мы уже проиграем сразу. Я согласен. Блядь. Что ты можешь сказать в свое оправдание? А ты что можешь в свое оправдание сказать? Ну, это не я. На меня не указывает ничего. О, есть оправдание. А на меня что указывает? Это не я убил. Боже, я ничего. Давай, нажимай. Значит, может быть, это Макс тогда, если он молчит? А что на него указывает? На него тоже ничего, но он молчит. В смысле молчу? Мне сейчас звонила эта тетя, я не ответил.
Не, ну давайте думать тогда, я не знаю. Ну, Гаспару сложно вычислить, потому что он всегда на похуй разговаривает. Вот именно. Потому что он жрет. Я жрущий сейчас, согласен. Ты в любом случае всегда на похуй. Давай быстрее, мне надо тёте перезвонить, ёб твою мать, голосуй. Мак, ты за кого проголосовал? Я за Гаспара.